Сегодня в полночь спасателям поступил тревожный сигнал. Горел бревенчатый дом в деревне Загудаевка Ульяновского района. Пожар заметили соседи. К тушению были привлечены 12 человек и 4 единицы техники. В настоящее время проводится доследственная проверка, в рамках которой будет установлена причина пожара и будет принято процессуальное решение. К сожалению, не обошлось без жертв. Спасателями были обнаружены тела двух погибших. Это 85-летняя пенсионерка и ее 38-летний сын-инвалид первой группы.